Вітаю вас! Ви дивитесь проект New Look, New Style, New Life на телеканалі Одеса Fashion. Ukrainian Fashion Academy відкриває нові імена в фешн-індустрії. І сьогодні я хочу вас познайомити з нашою випускницею курсу стиліст-іміджмейкер, яка захищає свою кваліфікацію прямо на ваших очах. Вона підбере 3 нових образи своєму першому клієнту. А що з цього вийде, дивіться далі у сюжеті. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы к нам пришли? Я девушка эмоциональная, очень люблю смену нарядов, образов и очень захотелось что-то поменять. А что именно вы хотите? Что вам в себе не нравится? Просто хочется как-то обновить свой гардероб, чтобы он был более женственным, так как в последнее время я стала выбирать более обычные наряды, более спортивного типа, и хочется это сменить. У вас очень правильные, четкие песочные часы, у вас прекрасная талия, ее нужно выделять, у вас правильная форма лица, овал. Вам тоже нужно будет немножко подчеркнуть ваши идеальные формы, и я уверена, что мы с вами справимся. Я вам подобрала несколько образов. Обратите внимание, пожалуйста, на вот этот лук. Ваш образ всегда нужно дополнять маленькими изысканными украшениями. Есть такой стиль, он называется спортшик. Иногда мы вынуждены одеваться спортивно, но даже в спортивный образ можно добавить немножко шика, немного женственности. Так, обратите внимание, это вечерний наряд. Я вас вижу вот именно в этом платье, оно будет идеально подчеркивать мою фигуру. По цвету нам нужно сочетать в себе очень легкие и теплые тона, так как у вас образ светлый, светлый и женственный. А вот в этом платье очень красиво, мне очень нравится. Видите, как я вас чувствую? Это прекрасно. Здесь хороший выбор будок. Посмотри, что тебе нравится, что ближе по духу. Тебе в твой образ нужно добавить женственности. Во-первых. Во-вторых, тебе нужно добавлять более теплые оттенки. По цвету, в принципе, тебе подходит. Он теплый. С этой блузкой разве что можно будет сюда пояс какой-то одеть. По твоему росту тебе нужно что-то более укороченное. Для того, чтобы вытянуть ножки. Даша, вы неплохой образ выбрали. К этому платью можно добавить украшения. Какие-то очень маленькие, элегантные и такие изысканные. А сюда подойдет пояс, чтобы подчеркнуть талию? Ну, обратите внимание, у вас есть очень красивый акцент, эти рукава. Да. Они необыкновенные, они очень привлекают внимание. Если у вас будет здесь пояс, будет 2 акцента, оно будет очень выбиваться из контекста. Угу. Пояс сюда не подходит. Смотрите, цвет довольно-таки хороший, он действительно вас освежает. Здесь есть такой же вырез, который подчеркивает ваш овал. Это платье, оно чересчур вас обтягивает, обтягивает ваши бедра, обтягивает вашу прекрасную попочку. Хотелось бы, конечно, более, чтобы оно, во-первых, было свободнее. Есть вариант вот этого платья. Смотрите, здесь такой же вырез, тоже V-образный, цвет подходящий. Оно, обратите внимание, отрезное по талии, поэтому подчеркнет вашу талию и придаст более женственности. Так, что я могу сказать? Вам нужны какие-то более женственные, возможно, брюшечки или какие-то кружева. Видите, что оно вас не украшает, оно как вас увеличивает. Если мы сделаем вот так, уже, смотрите, видите, лучше смотрится. Мы подчеркиваем вам фигуру. У вас очень красивые песочные часы, вам нужно их постоянно подчеркивать. Эта юбка, она расклешенная. Вам было бы лучше, если бы эта юбка была бы длиной миди. Самая популярная в этом сезоне, кстати говоря. И по пропорциям она бы смотрелась бы намного лучше. Подобрала вам вот такие вот классические лодочки. Это идеально подойдет под вечерний образ, под комбинезон, который мы с вами выбрали. Идеально удлинят ваш силуэт. Он придаст этот носочек женственности и элегантности. Они вам идеально подходят. Это классика. Насчет аксессуаров, насчет сумочек. Да. Под ваш образ идеально подходят очень маленькие элегантные сумочки. Потому что вы все такая воздушная, такая женственная. На большие сумочки никогда не обращайте внимания. Они вам не нужны. Всегда выбирайте вот так. Вот такие вот маленькие, аккуратненькие сумочки. Они, во-первых, будут подчеркивать вашу легкость и вашу женственность. Так, смотрите, что я хочу? Я хочу здесь ей придать объем, более такую насыщенную, чтобы подчеркнуть ее овал лица. Я хочу сделать косую челку.
Как вы считаете, это возможно? Ну, это допустимо, да. Это допустимо. Мы можем взять косую челку и можно сделать каре на удлинение, чтобы были прямые линии и четкость под овальным видом. Насчет макияжа. А мне нужен коктейльный макияж. Я хочу выделить глаза, эти прекрасные синие глаза. Глаза действительно синие, очень красивые. Их можно красиво подчеркнуть коричневыми тонами. И губы тоже большие, безумно красивые, безумно красивая улыбка. Тоже губы можно сделать просто в каких-то коричневых тонах, нюд, немножко розового, фиолетового. Я довольна финальным своим образом. Огромное спасибо Ирине, моей помощнице, моему наставнику на сегодня. Мне понравилось работать с вами, в частности с Ириной. Я счастлива, что я могу еще сказать. Мне безумно приятно было работать с Дашей. И было приятно ощутить этот первый опыт в такой атмосфере, в такой компании. Да, правда, я чувствую, что это мое. Потому что, во-первых, мне еще очень послушный клиент попался. И, как видите, прекрасный клиент. И из самой красивой женщины можно сделать просто богиню. И я считаю, что я это сделала. Основных сложностей у Ирины не было на проекте. С одеждой у нас получилось все замечательно. В салоне подобрали те образы, которые нужны были. Единственный был нюанс, наверное, в парикмахерском салоне, когда нам надо было подобрать прическу и когда объясняли мастеру. Вот здесь важно найти правильный язык, да, чтобы донести ту идею, которую ты хочешь. Потому что на словах не всегда проходит вот то понимание, как мы хотим. Но конечный результат получился очень даже хорошо. Я поздравляю тебя с окончанием и завершением этого проекта, нашего курса Image Making and Styling. Я думаю, он был насыщенный и тебе понравился. Спасибо Вселенной, что она дала мне вас, потому что вы безумно много знаний внедрили в эту головку маленькую, красивенькую. Мне очень понравилось про архетипы. Тоже безумно большое количество я узнала. И сейчас я с легкостью могу каждого проходящего мимо меня человека тестировать на психологическом уровне. И это очень тоже серьезное знание. Сегодня наш стилист изменит не только образ та стиль, но и життя своего клиента. А ты хочешь стать стилистом?